Большой всем привет! Мы сегодня с младшей дочкой распаковываем дополнение к нашей любимой игре «Детский домик». Да? Это удивительная игра тем, что это единственная из детских игр, которую я играю с удовольствием, и она имеет какое-то совершенно необъяснимое очарование. Что я даже купил дополнение, хотя дополнение редко покупаю, так как есть такое свойство, что когда ты наиграешься в игру, то дополнение уже как-то не хочется. И вот мы решили, вернее, дочка решила наконец-то посмотреть, что там такое пришло. И мы сейчас вместе посмотрим и, не знаю, сыграем вместе, да? Ага, это домик с девочкой, а это с мальчиком. Да. Это оригинальный, пока отложим, а сейчас посмотрим, что у нас есть в дополнении. А тут другие карточки, это может. Дай ножнички. Причем коробка одинаковая по размеру. Ага. Можно я? Давай. Да, какая красивая цветка. Мы даже его снимаем при естественном освещении, без включенных этих. Сегодня солнечный день. И как раз под солнечный день распаковывать дополнение, которое называется «Солнечная улица». Это классно. Солнечная? Да, тут написано «Солнечная 156». Это номер улицы. 156. Давай смотрим, открывай. Это убираю, а это сейчас открываю. Она что-то не открывает. Ой, чуть-чуть так мало всего. Коробка здоровенная. Так, правило. Вот карточки нашла. О, тут другие. Тут новые должны быть. В том и интерес, чтобы новые увидеть. Почему она мне привлекательна, а не детям? Я даже не знаю, потому что, может быть, здесь настолько уютные и разнообразные карточки. Ух ты, что это такое? Покажи. Конюшня добавилась. Какое-то прыгательное. Это батут с горкой. Угу. Это какая-то косметичка. Такая косметичка. Не знаю, если я вес ногами не показываю. Так, посмотрим карточки. Это стрелы. Кидаться. Причем здесь арт настолько мелкий и проработанный, что многие нюансы карточек видно только при увеличении. То есть иногда я делаю фотки, а потом в крупном смотрю и замечаю то, что не видел на самой карточке. В этой игре можно сейчас играть шестерым человеком, а не только четыре. А тут только две. Два домика. Да, наполнение очень скромное. Они добавили двух игроков, возможность играть двумя игроками. Добавили чуть-чуть новых карточек. И... Папа. И рыцаря. Конечно, рыцаря. И вот такой, конечно. Да. И вот это распакует, это как бы основное дополнение. То есть у нас сейчас будут приходить гости, которым мы должны что-то будем строить. А это записывает сколько очков? Ага, новые. У нас там как раз уже кончаются. Ага. А то уже почти кончились. Поиграем, пап? Поиграем. А почему это только для двух человек? Нет, ну для... Отсюда что же берется? Папа. Вот такой. Рыцарь. Не видно. Ага. Есть. Старшая дочка отказывается играть со мной в эту игру. Да, она не ненавидит. Она ее не любит, потому что я уже взрослая. Ага, 9 лет, она взрослая уже. Ага. Так что для домика пришло время играть. А я еще Марсель люблю, а мне даже 6 еще. Угу. Я все игры люблю, кроме нашей игры в арене. Варенье. А что тебе варенье не нравится? Мне оно не очень нравится. Варенье. Варенье это первая наша, одна из первых настольных игр, которую мы вообще не поняли. Так, смотрим. Радуйся, смотри, какие. Я ее ненавижу, эту игру. Смотри, какие новые карточки. Угу. Красивые крыши нового цвета. Ого! Они красивые. Крыши очень классные. Да, но ты только видишь 5+, это они играют только с 5 игроками. И жалко, что тут вот эти новые карточки, они ограничены, видимо, количеством игроков. Покажи. Смотри, тут заперли, девочку заперли в ванне. Она не может выбраться. Не надо на стол залезать. Очаровательный арт. Только ради вот новых карточек стоило купить дополнение, чтобы посмотреть. А можно все карты посмотреть?
посмотреть. Да, сейчас мы все посмотрим самые интересные. Спортзал появился. Покажи. С котом, который уже в пол при смерти от бега на беговой дорожке. На. Давай я буду показывать и тебе передавать. Что, кот хочет побегать? Или он устал уже бегать? Очаровательные гостиные, тут даже с патефоном и старинными пластинками, и старинным каким-то ходиком или как. Даже на картинах можно разглядеть что-то. Более классические гостиные, которые уже были такие, с открытой верандой, с красивым пейзажем, там с чаепитием на столе. Вот если бы не было арта, разумеется, я бы эту игру вообще никак бы не воспринимал, потому что игровой процесс очень простой, но здесь, блин, так... Художник постарался. Смотрите, старый спальня со старым каким-то чемоданом. Радусь, я тебе сейчас дам. Я просто покажу, а потом тебе буду отдавать. И есть вот этот, как его называют? Это старинная спальня с какой-то картой. Смотри, Радусь, смотри, какая коста. Вот это очень мне нравится, карточка. Я такую спальню хочу построить. Это более такая простая. Можно, наверное, тут написано, что это с 5 и 6 игроками, но можно, в принципе, будет выбрать оттуда старые и заменить на эти, потому что у нас нету 5 и 6 игроков, у нас максимум 4, а скорее всего 2. Ну, а можно замешать просто и в перемешку, ну и что лишнее останутся. Кто-то куда-то собрался. Смотри. А это же странный такой туалет с доской для мелков. Вот, я говорю, можно разглядывать, можно изучать, как художник изгаляется, чтобы придумать для каждой карточки какой-то сюжет. Здесь ванная, мало того, что здесь показан ребенок с феном, а там в некоторых механиках задействовано умение найти ребенка на карточке, так еще тут какая-то картина с... которую можно разглядеть, что-то на ней. В общем, красота. О, новые подвальные помещения. Котельная красивая с огоньком. О, гостиная с пасхалкой. Где с огоньком? Ой, кто-то явно тут проходил окошко и разбила вазу. Мой окошко проходило. А тут, тут сама игра домик спрятана. Смотри. Найди. Не нашла. Угу. Вот. Да. Большая картина на стене. Какие? Фотообои с ноутбуком. Apple, ну явно со звездочкой. Это красивая одежда. Очень красивая, да. Еще одна крыша. Вау, какой, как будто. Новые гаражи. Что, вот ребенок спрятанный. Ну-ка, найди здесь ребенка. Да вот. А вот мастерская, студия. Вот ребенок. Ага, новая карта. В общем, классно. Это, конечно... Покажи. О, новая крыша с этими... С солнечными панелями. Покажи. Смотри, какая красивая. Вау, я хочу себе, чтобы у меня была такая крышка. И новые крыши с большими такими этими... С подзорными трубами. Достаточно много карточек. Мы обязательно их замешаем, несмотря на то, что они рассчитаны для игроков от 5 и 6. Но мы замешаем их в общую колоду и будем изучать. Так, новые инструменты какие-то появились. Водопроводчик. Батуты, экскаваторы, инженеры. В общем, карточек достаточно много. Конечно, для такой коробки можно было дополнение сделать вот такую коробочку, а не здоровенную. Тем не менее, основное здесь это у нас появляются гости, под которых мы будем стараться делать свой домик. Не знаю, насколько это улучшит игру, но, по крайней мере, разнообразит точно. То есть у нас есть вот такие. Приходят разные товарищи. Вот бабушка с тортом пришла. Бабушка. Смотри. Вот, допустим, к нам в дом пришла вот такая парочка, да, с тортом. И мы должны построить одну
Мы должны построить гостиную и ванную, и тогда нам дадут одно очко за то, что мы, что, ну, что понравились, наш дом понравился. Или вот такая тетя придет с розами, то ей смотри, что надо построить. То есть ты поймешь, да, вот это дополнение? Или вот, допустим, если придет вот такая семья, то ей нужно и детскую, и кухню, и гостиную. Понятно, что ребенок, то нужно детскую, правильно? И готовить в кухне, чтобы и в гостиной, чтобы отдыхать папе. В общем, вот такие будут гости приходить. А еще, смотри, у нас что тут есть. Это вот такие задания. Будут задания, которые будут приносить довольно приличные 5 очков. Это, видимо, тайные какие-то цели. И у каждого будет своя цель. То есть, допустим, вот выпала такая цель. Нужно иметь 2 спальни на 3-м этаже. Это не так просто иногда построить. То есть, разнообразить немножко целями. Может быть, и более взрослые наши игроки согласятся с этим усложнением играть. Все. Распаковку мы закончили. Сейчас мы изучим правила дополнения. И потом сыграем с Радочкой на камеру с дополнением. Так, поехали. Мы будем сейчас сыграем с младшей 6-летней дочкой в игру «Домик». Она у нас на канале есть, без дополнения. Давно мы снимали, но почему бы не снять со следующим поколением, можно сказать. Итак, у нас будет дополнение, все модули мы подключим. Смотрите, сколько в базовой колода карточек и сколько в дополнении. Я не знаю, там по правилам нужно все убирать, замешивать, что-то очень сложно, а мы решили с Радочкой просто перемешать и положить их сверху, чтобы просто посмотреть новые комнаты. Это может быть нарушит какой-то баланс, но с другой стороны игра такая, что сложно здесь что-то нарушить. А вот дополнение обстановки крыши и так далее мы замешаем в основную колоду. Почему? А потому что там чтобы одинаковые крыши не приходили, потому что там два вида новых крыш. Если будут приходить только они, это будет неинтересно. Тут будет немножко побольше. Мы замешали все подряд, просто когда кончатся карточки, тогда и кончатся и комнаты, тогда и кончится игра. Дальше. У нас выпали цели. Это тайные цели, но мы играем первый раз, поэтому будут они открыты. Каждому раздается 2 карточки с 3 и 5 очками. Если выполнятся обе, то получим только максимальное количество. Если ничего не выполним, ничего не получим. У меня вышли 2 простые цели. Сделать на 3-м этаже гостиную из 3 комнат и заработать хотя бы 3 жетона обстановки на 2-м и 3-м этажах. У Радочки 1 цель на 3. Получить 2 детские, сделать 2 детские. Или получить 5 комнат на 2-м или 3-м этаже. Все. Очень простые цели. 2 детские. Дальше. У нас есть гости. Гостей берется в 2 раза больше, чем игроков. То есть, слушай, это важно. Это дополнение, которое ты еще не знал. Приходит 4 случайных гостя. И мы можем их пригласить после своего хода. Вот нам выпал какой-то путешественник. Мама с девочкой, повар и какая-то девочка. Тетенька, похожая из этого. Сейчас. Из мультика, который мы вчера смотрели, про маленького принца, такая же деловая дама. Вот. После своего хода, если у нас условия подходят, мы можем забрать его себе, и он принесет очки в конце вот такие, которые здесь нарисованы. Видишь? То есть, если пригласишь такую тетеньку, то у тебя будет в конце 3, если такого дяденьку, то 1. На каждом этаже можно по 1 гостю пригласить. Поэтому каждый может получить не больше 2 гостей. Все, поехали. Понятно с этим? Угу. То есть, если у тебя, допустим, есть гостиная и кухня, ты можешь сразу захватить себе повара. Все, поехали. Так, первый игрок у нас... Что, гостиная и кухня? Младший. Туда можно брать? Да? Да, когда у тебя совпадают условия для гостя, то можно брать гостя. И что? Мы забираем, и там другая есть? Нет. Каждый может только 2 взять. Все, выбирай. Я первая? Да. Хорошо. У нас комнаты все из дополнения пойдут. Вот это. Новый гараж. Котельную. Хочу новый гараж. Сразу размещай. Так, мне остаются всякие гостиные. У нас по целям большую гостиную построить на 3-м этаже. Но до 3-го этажа еще не добраться надо, поэтому мы возьмем пока крышу и гостиную здесь. А зачем мне 2 гостиные? Ну ладно. Все. Раскладываю. Помогай мне раскладывать, чтобы побыстрее было.
тренажерку объясняет правило, что можно размещать в любом месте. Внизу и вверху. Мне очень нравится там ванная. Но ходишь ты вперед. Если ты уже взяла котельную, то невыгодно брать гараж. Ты знаешь, да, об этом? Гараж выгодно брать только когда он двойной. Возьми спортзал. Спортзал тоже можно сюда. Так, хорошо. Я тогда начну, наверное, застраивать гаражики. И картины еще будут. Выбирай, что у нас тут интересного есть. Кстати, эту я гостиную показывал и не заметил, даже показывая, не заметил, что здесь под одеялом лежит собачка, а на ней лежит кошка. То есть, бери свою гостиную, спальню вернее. Так, а я пока думаю, что мне взять. Мне нужна гостиная на третьем этаже или лучше сразу пятую делать? Три жетона обстановки хотя бы в одном, на втором и третьем этажах. Так, а картину же я должен куда-то был положить. Что ж я-то торможу. Положите жетон на карту гостиной. Ага. Одна обстановка у меня уже есть. Хорошо. Так, и я тогда беру... Так, что я беру? Беру спальню. Не, мороженица. Мне мороженицу надо, но мне ее некуда разместить. Жалко. Ну, я возьму новенькое что-то. Студия, она мне очень нравится. Просто совершенно потрясная картинка. Да ты тоже сказал, что очень красивая. Берем сюда. Я не могу расширять гостиную, потому что я уже положил жетон обстановки, поэтому можно и здесь положить. Так, вперед. Что ты возьмешь? Да. Мне нужно это. Эй, я беру это. А, ты хочешь так? Я думал, ты спальню возьмешь, чтобы увеличить. Ну, если ты хочешь пригласить гостей, то можно тогда. Берешь. Я хочу гостей. Размещай вот здесь, чтобы было видно, что они пришли в эту комнату. Так, вот получилось у нас из дополнения. Первый гость безымянный пришел к Радочке в гости и поселился вот в этом замечательном месте, спальне и детской. Так, а у меня еще ничего не выполнено. Нет, не выполнено. Поэтому я беру кухню. Да, беру кухню и размещаю ее здесь. Я хочу вот эту красивую. Так, кухню с бетономешалкой. Хорошо. У меня красивая кухня, только правда, пап? Ну, не знаю. По-моему, очень даже солнечная. Это из дополнения. Ну, пока все из дополнения. Тут очень красивая картина здесь висит. И котик. Ты видела, как кота на столе, он молоко ворует? Не разглядишь, настолько все мелкое, что разглядываешь только когда смотришь сквозь экран. Вот когда через увеличение телефона больше видно, чем просто разглядывая вживую. Оливковое масло там стоит, блины, варенье. Так, ты куда размещаешь? Да. Так, что я возьму? Так, есть детская, а мне нужна еще одна кухня. А, мне нужна гостиная и какой-то нужен... О, джакузи. А, джакузи некуда положить. Я возьму, наверное, спальню. Правила игры я же не объясняю, потому что есть видео на канале с правилами игры и с летсплеем базовой, поэтому мы только дополнение рассказываем. Есть... Одна из немногих игр, где вообще не важно, выиграешь ты, не выиграешь, потому что важнее... Это новая? Мне кажется, что это старая уже. Ну, уже пошли старые, да. Потому что кабинет был. Не, вот это. Не, это тоже. Уже кончились новые, видишь? Они с циферками в уголочке. А это уже пошли из базы. Выбирай. Хорошо. У нас по 4 комнаты из дополнения получилось. Хочу и хопля.
Так, гостиная и кухня. Да, забрала. Все, двоих гостей больше ты не можешь пригласить, только два. Мне осталось... А то у меня три гостя. Гостя. Тречка, то есть. А, ну да. Так, что мне взять? Кухня, мне нужна кухня. Возьмем кухню. Все. А у тебя 4 очка. Ну, это если я их все заберу, конечно. А что ты мне одна выпустила? Ну, потому что у меня не подходит пока ничего. Раскладывай. Пока я на первый ходишь, поэтому можешь выбирать. Ну, я же специально его вверх положил. Библиотека, гостиная, так. Мне же тут на обстановке надо 3 штуки. Не так-то просто, оказывается, их взять. Кошачий домик. Кошачий домик, по-моему, можно на любую комнату класть. Так. У тебя 3 места. Ты да-да-да. Ну, выбирай, выбирай. Я хочу... Мне детский нужно. Ну, нема. Бери, что так, есть. Да, кухня есть. Нет. Ванна есть? Нет. Гостиная есть. Гостиная. Гостиную ты сверху не сможешь положить. Мне гостиная нужна. Ну, тогда возьми что-то, положишь вниз, а потом уже гостиную будешь достраивать. Тебе не гостиная нужна, тут написано 5 комнат на втором или третьем этаже. У тебя раз, два, да, любых. То есть, если ты не будешь соединять, это значит разные 5 комнат должно быть. Не знаю насчет выгоды этого достижения. И кошелька. Ай, забрали у меня, я на него уже прицелился, ну ладно. Набираю свой кошачий домик. Его можно положить в любую комнату. Я положу, чтобы он грелся. Ну, можно так. Так, что мне осталось? Мне нужен гараж и спальня. А вот малый. Ой, как у меня неудачно все. Ну, ладно. Ну, возьму гостиную с домиком на дереве. Если что, если дом неудачно получится, буду в домике на дереве жить. Все, раскладывай следующую. Осталось всего 5 комнат. О, хорошо. Ты не забирал еще первого игрока. Так, ну я, я вот так делаю. Без вариантов беру гараж, пока они есть. А я так делаю. Угу. Гардероб к спальне, примыкает к спальне, плюс 3 очка, да, отлично. Так, у меня гараж и машинка. Я тебе гараж выкинула. Так, и крыша не нужна. Спасибо, бы сказал. Спасибо. А у меня вообще только одна крыша. О, ты смотри, а то без крыши в конце останешься, это много очков потеряно. Так что ты не забывай про это. У нас осталось всего 4 хода. Наверное, крыша хватит. Так что тебе обязательно надо брать с крышами. А куда вот это ложить? Конюшня для пони рядышком с домиком стоит. Конюшня. Конюшня для пони. Положите жетон. Конюшня для пони рядом с вашим планшетом дома. Тогда ты без крыши останешься. Ну, я ее не возьму. А хотя, смотри, ну не знаю. Я бы на твоем деле месте без крыши не оставался. Потому что крыша в конце это 3 очка. Если у тебя крыши не будет. А, и ванна. И ванна нужна. Да, и мне, кстати, ванна нужна. Я тоже ванна и забираю первого игрока. Так, ванна. Первый игрок я. Так, смотрим дальше. У нас осталось всего 3 хода. Ну, надеемся. Крыши, попадите. Ну, крыши. Где крыши? Нету крыши. А, нету крыш. Ну, тогда можешь на них уже не обращать внимания и строить то, что тебе надо. Что-то я ни одного гостя не пригласил. Так, ладно, сейчас я по гостей подумаю. Гостиная, кабинет или библиотека? Библиотеки у меня уже нету. А, я первый игрок. Гостиная и кабинет. А, вот почему она такая дорогая. Это редкие комнаты, которые в одном экземпляре. А я их уже все пропустил. Потому что, по-моему, и библиотека, и кабинет уже... Да, были. Вот библиотека. Замечательная, кстати, комната. И кабинет. То есть это у меня уже не приходит. А это спальня и кухня.
спальня. Если я здесь кухню поставлю, то он ко мне придет. Чисто турист. Поспать и поесть. Так, кухня есть? Давайте я хоть пригласю. О, и новая какая-то штучка, трюмо. Давайте я возьму это, мне как раз нужен. Кухня идет сюда, и он идет ко мне. Да? Забираем. И плюс я беру какое-то трюмо. Положите жетон трюмо на карту спальни. Отлично. А это печально, это не брала, чтобы тебе осталось. Трюмо, трюмо, трюмо. Спальню. Отлично. Есть. И у нас предпоследний ход. Сейчас будет решаться судьба партии. А ты что не... Я собрал, а тебе не дал сходить. Да что? Сейчас верну. Эй, это вообще-то тут не было, значит, хорошо. Да, это я забрал. Вот так как-то. Ну, типа так, выбирай. Ну, ладно. Так привык, что ты ходишь первый, что уже сразу забрал все. Типа. Так, тебе, если будет здесь 5 комнат, вот здесь еще другую надо, и будет у тебя выполнена цель. А у меня... Мне нужен еще один жетон обстановки, чтобы 5 очков заработать. Одни спальни. А, так, рыцарь, читаю. Положите жетон. Гостиная. Ты уже прочитала? Гостиная. Да, правильно. А как ты прочитала? Ты же еще такого мелкого ничего не умеешь читать. Гостиная. Я по цветам вижу. А, по цветам. Во, открытие. Оказывается, эти дополнения, они по цвету комнат еще. Ничего себе. Уже сколько... Лет эта игра, и открытие совершается. Все, последний ход. Ой, предпоследний ход. Так, я сохраняю первого игрока. И посмотрим. Раз, два. Дуся, раскладывай. Ой, вот новая еще. Крыша. Но еще. Они нам уже... Еще. Ой, какие красивые. И все из дополнения. Но нам они уже не нужны. Да, вот обстановку надо, конечно, замешивать по правилам. Мне нужна хоть какая-то крыша. Но ты все равно не достроишь ее. У тебя только две. А, два хода, может быть, подожди, я хожу. И мне нужна гостиная. Я забираю гостиную. С этой крышей. У меня куча крыш. Я хочу. У меня целых 5 уже. Ну, мне приходится эту, мне в гараже не нужны. Ну да. Все, и последний ход. Если сейчас выпадет крыша, то ты достроишь крышу. Если нет, то не достроишь, правильно? Крыша, крыша. Раз, два. 3, крыша. 4. Крыша! Есть! Я понесла. Хорошо. А если вот тут везде только гараж? Ой, игровая, я хочу игровую. У тебя игровой. Это наша одна из любимых комнат. Папа, у тебя игровой. С целой нету. Кучей настолок. Папа, у тебя игровой. И с разложенной игрой непонятной. Так. Гостиная. Мне гостиная нужна была бы, конечно. Но так как гостиную я не могу положить, то я возьму игровую, как и хотел. Чу-чу. Рядом с гостиной игровая. Вообще-то у тебя нет такого. Это очень логично. Детская, ну, нет и нету. А мне нужна детская. Ну, это не обязательно. Тут можно только одно что-то выполнить. Это выполнила. Это можно не выполнять. Хорошо. Тогда вот тут 5. Да. По правилам нельзя получить 2 очка с 2 заданий. Мне жалко. А ты вообще выполнил? Я не смог. У меня задание 3 жетона обстановки, я только 2 собрал. И гостиная из 3 карт на 3 этаже я вообще-то тоже не смог. Вообще-то? Нет, это не считается. Видишь, тут правило. По одному 3 жетона обстановок, а по одному на 2 или 3 этаже. То есть подвал любой? Не считается. Да. А гостиная на 3 этаже из 3 карт я не успел состроить. У меня игровая получилась. Ничего страшного, у тебя такой цели нету. Так, тебе нужна крыша, чтобы закончить крышу, правильно? Так что выбирай, либо... Красную, либо фиолетовую. Да, либо спальню тогда... Ну... Мне обычно фиолетовую надо. Ну, бери детскую, потому что больше тебе ничего не подходит. Если ты крышу, конечно, хочешь закончить. Все, у нас домик получился. После этого можно считать очки, а можно... У меня крыша не одинаковая. А можно не считать, а смотреть, что у нас тут получилось. Так, ладно, как считается? Новые правила. У нас берется новый блокнотик. А где-то был тут карандашик. У меня не одинаковая крыша. Ничего, главное, что она есть, потому что если ее нету, то 3 очка не получаешь. Так, первая партия с дополнением. Комнаты.
Считаем. Давай сначала комнаты. Ну, пап, у тебя мы нету. Это мы. Так, комнаты. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 22. За комнаты у меня 22. А у тебя? Ну-ка посчитай. Считай, считай. Разучилась считать? Раз. Если бы было из двух карточек, было бы 6. Ты что забыла опять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Сейчас крыша. Меньше. Ну ничего страшного, это же еще не конец. Крыша. Раз, два, три, четыре. Хоть крыша есть. Так, за законченную крышу 3 очка. Если бы было одного цвета, было бы 8. 3 плюс 5, ну, нету. Так, обстановка. Считаем обстановку. У меня за обстановку 5. А у тебя 3. Раз и что-то еще было, да? 3. А, 3. Бонусы. Ванна на каждом этаже, ни у кого нету. Спальня, кухня и ванная. Спальня, кухня, ванная. Все есть, это по 3 у нас очка. И сейчас смотрим... А, еще бонусы. У меня бонусов нет, а у тебя 5, то есть у тебя 8. И друзья. Ко мне только один пришел, единичка, а к тебе пришли 2, троечка. Вот такой результат у нас. Выиграл. 36. 36. У меня и у тебя 9, 27, 35. Я выиграла. Ну, можно считать, если с арифметикой. Не, у тебя что-то. Так смотри, практически одинаково. А у тебя есть еще мастер. Смотри. Сейчас выиграл я на один, но если ты мастера применишь, смотри, в конце игры перед подсчетом очков можете поменять местами две карты комнат в вашем планшете дома. Ты можешь поменять две любые комнаты, и если ты найдешь, поменяй так, чтобы выиграть. Смотри, я вижу. Зрители, посмотрите, как можно с помощью мастера сменить победителя. Просто поменяв две комнаты местами, ты получишь больше очков. Ну-ка, поменяй. Если она меняет спальню с детской, то детская объединяется в большую, спальня объединяется в большую, и они приносят не по одному очку, а 6 и 4. И мы пересчитываем комнаты. Раз, два, три, семь, восемь, девять, 12, 18, 22, 24, 25. И получается не 18, а 25. 2 и 5? Да, и на 3 больше, значит у тебя получается 38, а у меня 36. Видишь? Всегда надо смотреть на те карточки, которые ты получил. Еще и бетономешалка есть. Тоже надо было. В общем, вот такая игра. Дополнение, мне кажется, очень забавное. Но даже вот эти дополнения, новые карточки, они не особо как бы интересны. Интересны новые комнаты, обстановка. Игра настолько уникальна своей простотой и прекрасным артом, что... Я не знаю, мне кажется, любому ребенку заходит. Хотя почему-то... Два котенка в гараже. Почему-то старшая дочка ее терпеть не может, потому что, видите ли, она слишком большая для нее. А я что? Не сильно большой для нее, но мне нравится. В общем, не знаю. Механика очень простая. Выиграть у меня в нее категорически не получается ни у кого. Потому что я отвлекаюсь, ну, с перестановкой ты выиграл. Непоседливая дочка убежала, и я все-таки хочу несколько слов сказать о самой игре еще, о завершении и о дополнении.
Я несколько раз уже говорил, что у этой игры совершенно непонимаемое мной очарование. То есть она настолько простая, настолько элементарная и детская, но при этом она навевает какое-то такое умиротворение, как каждый раз, когда в нее сыграешь, что она очень часто у нас на столе. Когда я только купил, мы первый раз попробовали, я подумал, ну это типа одноразовая игра, купленная ради детей. А она, в общем-то, в пятерке лидеров по числу сыгранных партий вот, за все время существования. Она у нас около года. И дополнение мы купили вот сейчас, чтобы хоть как-то, ну, порадовать, что ли, любимую игру. Даже не себя, потому что дополнение на самом деле, если вы думаете, нужно ли покупать игру с дополнением, не нужно. То есть дополнение особой необходимости не несет. Во-первых, оно сложно используемое. То есть вы не сможете использовать просто так, замешав, не нарушая баланс. То есть вот эти новые карточки, комнат, ради которых, в общем-то, ради арта, которого я и взял, если вы его просто замешаете в основную колоду и будете играть, то будет дисбаланс. Несмотря на то, что игра простая, она очень сбалансирована, на самом деле, математически. Поэтому определенное количество комнат должно совпадать, иначе будут проблемы. Вот мы вчера сыграли, просто замешав все подряд, сыграли с дочкой, и смотрите, какой результат, 54-48. Таких результатов не было ни в одной партии в базовый домик. То есть, ну, также может быть и наоборот, потому что, когда большая пачка, то не все комнаты выходят и могут выйти очень удачно, могут неудачно, и получается баланс нарушен. Если вам это не важно, при игре с детьми, в принципе, это не важно, в принципе, можно замешивать все. Но если вы хотите грамотно, так скажем, сохранить баланс, то придется из основной колоды выбирать аналогичные комнаты и заменять их. То есть, допустим, вот у меня взять новые гостиные, а убрать ровно такое же количество старых гостиных. То есть, чтобы сохранить число колоды и соотношение карточек. Вот, это муторно. То есть, а чтобы поиграть полноценно с дополнением, нужно 5-6 игроков, чего мало наберется, мало когда наберется. Тем более в домик. Плюс дополнение всяких крыш также просто так не замешаешь, потому что там две новые крыши, это надо либо заменять какую-то крышу целиком, плюс там какие-то правила по сохранению баланса сложные. Короче, не так просто использовать это дополнение еще. А те два модуля, которые они добавляют, вот эти цели и гости, они прикольные, но не стоят того, чтобы ради них покупать целую коробку дополнения. Тем не менее, сама игра, то есть если вы думаете покупать эту игру или нет, и сразу с дополнением или нет, берите базовую. Если она таким же будет очаровательным игровым семейным предметом, как стало у нас, то купите просто ради того, чтобы, еще раз скажу такую странную фразу, порадовать любимую игру. То есть иногда покупаются дополнения не ради разнообразия игры, а ради просто самой игры, потому что она мне понравилась. Ну вот, как видите, я даже не убрал сзади, при съемке забыл убрать дополнение. Это тоже недавнее пополнение для любимого Runebound. Хотя тоже, в принципе, необходимости в них особо нет. Так вот, я не знаю, в чем секрет этой игры для меня. Возможно, что у нее есть вот совершенно неосязаемая вещь, это что душа. То есть, когда ее создавали, видимо, с такой любовью, а тут каждая карточка прорисована с изобретательностью, с интересом, с любовью, с подходом, что это передается, и ты, когда в нее играешь, немножко ловишь эманации автора. Такая вот эзотерика. В общем, не знаю, она мне очень нравится, я рад, что купил дополнение. Это первое дополнение, которое куплено спустя год после базовой игры, и, в общем-то, мы уже с ним играем, и будем играть, наверное, вот, несмотря на нарушение баланса, несмотря на все вот это, будем, наверное, играть с дополнением, и возможность играть в пятером-шестером тоже, в принципе, может пригодиться, хотя я сомневаюсь, если честно, потому что, по-моему, вот это очарование игры ловлю только я и младшая дочка. А жена считает эту игру слишком примитивной, а дочка старшая уже тоже говорит, слишком простая для меня. То есть они механику понимают, что она сильно простая, а вот эту вот тонкую, непонятную сущность, которую ловлю я, они не ловят. То есть мне не важно выиграть, я почти никогда в нее не выигрываю. Но мне важно получить такой домик, который я потом посмотрю,
То есть они даже не смотрят, то есть баллы посчитали, все, они не смотрят, что у них получилось. То есть, допустим, вот я построил вчера домик, да, я проиграл 6-летней дочке 54-48, но у меня очень продуманный получился дом, который мне действительно как бы хотелось получить. То есть первый этаж, ну, гараж, понятно, притом не просто гараж для машины, машины не особо надо, а со стеллажами, с велосипедами, с двухколесным транспортом, который мне больше нравится, чем машины. Когда ты выходишь на второй этаж, у тебя появляется ванна, но обязательно с сауной, не просто так. То есть можно и помыться, и погреться. Рядышком кухня, но не просто кухня, а с кладовой, где можно держать запасы. А рядышком студия, ну, в данном случае не художественная, так как я не рисую, ну, типа какая-то мастерская, где я что-то могу делать. И это первый, как бы, второй этаж. И на третьем этаже уже большая гостиная, именно такая, какая такую хочется. Единственное, что я не нашел ту гостиную, которая со столом игровым, и была бы лучше. Но, тем не менее, вот такая хорошая гостиная, и рядышком спальня удобная. То есть, ты как бы немножко фантазируешь, что ли, в этот мини-домик, который ты создаешь, и ты разглядываешь вот этот арт. Не знаю, если вы любите вот такое милое и семейное, то игра должна быть в коллекции, просто потому что ничего более красивого вот в таком жанре семейных игр я не знаю. Никогда не бывает так, чтобы при таком большом количестве карточек каждая была индивидуальная, и каждая сделана с, не для галочки, а с, именно с подходом, с каким-то озорством, с каким-то, с какой-то обязательно фишкой. Вот здесь, вот даже вот картина, простая спальня, но если в нее вглядеться, здесь можно найти какой-то сюжет, о чем думал автор. То есть вот раннее утро, на кровати завтрак, принесенный кому-то, но скинутая уже обувь, то есть можно подумать, чем все дело закончилось. И так далее. Тут есть фишки такие хитрые, которые находишь иногда вот спустя год игры. А где-то я находил, что в библиотеке валялась книга, не вышедшая одного автора. Там. Любую берешь карточку, и можно что-то придумать. Вот этот сундук с путешествиями. Что? Почему? То есть спальня вроде бы, но на стене карта с путешествиями и какой-то сундук. То есть, то ли здесь дедушка живет, который в молодости путешествовал, капитан дальних плаваний, например, потому что совсем уж древний сундук. И вот книжка старая читает. И сейчас он предается воспоминаниям о фильме, где там волчок был, который с Ди Каприо. Ну, не знаю, можно, короче, фантазировать. И жалко, что мои пока не ловят вот этого... Авторской магии, авторской души этой игры. Все, спасибо, что посмотрели. Несмотря на то, что это одна из самых простых игр в моей коллекции, я ее сильно рекомендую всем, кому нужна семейная игра, в которую можно играть и с женой, и с детьми, и с гостями, не особо напрягаясь, и радуясь красивому арту и незамысловатому игровому процессу, но умному.